Уважаемые гости и участники фестиваля, вас приветствуют российские члены экипажа Международной космической станции. С высоты сотен километров от Земли поздравляем вас с открытием 8-го фестиваля культуры и спорта народов Кавказа. Традиционно богатый талантами Северный Кавказ подарил нашей стране десятки олимпийских чемпионов, героев Советского Союза и России, художников, писателей и космонавта Мусу Манарова. Каждый раз, пролетая над Большим Кавказским хребтом, мы убеждаемся в правильности слов. Круче гор могут быть только горы. Искренне желаем всем здоровья, успехов в спорте, незабываемых спортивных впечатлений и побед, достигнутых в честной борьбе. Пусть на соревнованиях царит атмосфера дружбы, доверия и взаимопонимания. Космонавты Роскосмоса Александр Мисуркин и Сергей Рязанский.